Посмотрите, какое прекрасное место. Красное море, желтый песок. И рядом недострой. И такое встречается в Египте на каждом шагу. Или это на стадии котлована забросили с торчащими арматуринами, как в данном случае. Или почти что выстроенное здание будущей гостиницы, и не одно здание, их там целый комплекс, и также заброшено. И это связано неизвестно с чем. То ли здесь пропало финансирование какое-то, ушли инвесторы, то ли это рабочих забрали на другой объект, но это маловероятно, потому что здесь очень много иностранных рабочих, ну и с африканского континента. Вот. Но место шикарное с точки зрения расположения, потому что рядом просто бескрайнее море и песчаные пляжи. Но или же это был факт коррупции. Я, конечно, склоняюсь больше к последнему варианту. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Встречались ли вы с недостроем в тех местах Египта, где вы отдыхали? Мне будет интересно. Всем спасибо за просмотр.